есть определенное непонимание принципа входа в уровень. Шаг. Бедро подбираю. Но эта нога не остается здесь. Она здесь остается, когда я останавливаюсь и объясняю вам, что происходит. Но в технике на это должно работать так. Вошел и бедро подворачивает, но нога уже идет сюда, в это положение камня, чтобы идти дальше. И сюда. И отсюда. Согнутое колено. С этого бедра толчок мимо противника. Дальше ставлю пятку. Вес сюда перевожу, да, и эта нога уходит с линии, где я стоял, подтягивается сюда для следующего шага. Это два шага. Один шаг, второй шаг. Первый шаг идет по дуге, а не по прямой. Недавно мы слышали такое объяснение, которое мне так резануло, что вторая рука, про которую вы забываете, это потерянный центр. Я с этим не совсем согласен, потому что центр он есть центр. Но про вторую руку нельзя забывать по другой причине. В этот момент, если вы не работаете второй рукой, вы уполовиниваете свою технику. Когда мы используем метафору инь-ян, мы всегда с одной стороны имеем инь, с другой – ян. Если вы от одной половины отказываетесь, значит, у вас половина не работает. Здесь вот это явно такой ян, я сюда вхожу. Но здесь мне нужно подобрать, чтобы появился инь отсюда. И с этого момента они меняются местами. Уже здесь ян, а здесь инь. Сразу перехватываю на контакт. Этот проход, который вам так сложно дается, вы понимаете, что делать со второй рукой? Здесь не надо каких-то странных движений. Удар! Я протяну и сюда. Мне нужно сохранить эту дистанцию. Вот в этот момент я немножко контролирую. Растянул, да, ударил в лицо. Но как только я прохожу, она встает и поворачивается. Да.
Хенеру вкручивать. Вкручивай. Туда. И теперь ноги назад. Корпус вниз. Угу. Ноги, корпус. Ноги назад, корпус вниз. Обхожу. Можно сателлит. Все наше движение заставляет его как-то реагировать. Нельзя делать так, ты вошел, потом вернул его на место, потом туда вошел, опять вернул его на место, потом еще дернул, опять стоит. Моя задача вывести его туда, вывести, вывести, вывести. Не получится его так выдел, а теперь падал. Выдел и продолжает дальше. Здесь сразу положил, чтобы не встал, и от себя. И здесь вариант. Или тендан, перини, или прямо сверху. Вошел, остановил, продолжил растягивать. Здесь хожу, вот здесь занижаюсь специально. Особенно если я выше роста. И продолжаю вытягивать. И отсюда толчок за спину. Мое понимание этой техники — это постоянно разбалансировать, постоянно вытягивать. Не останавливаясь. Ваши все вот тормоза на этом именно заключаются в том, что вот остановили. Ну, даже если она вас не затащила туда этой рукой, то по крайней мере дальше выйти из равновесия проблематично. С самого начала вытягиваю, продолжаю вытягивать. И вот в этот момент 90 веса не ослабляю это натяжение. Если вы это делаете с ослаблением, все. Закончилась техника. Надо придумать уже какие-то там приемы с саперной лопаткой. Прихватить свою руку, если не уверены в надежности захвата. Да, там, на четвертый контроль. Вот это все движение было без ослабления натяжения. Отсюда. Руки перед собой. Спина прямая. Здесь заканчиваем. Отсюда. И я веду ее кисть сюда. И таким образом роняю. И здесь натягиваю вот так. Отсюда можно быть на удобрении. Сейчас простое упражнение на дистанции чувствую. Вот мы встаем так, что друг друга не достаем. Теперь я даю руку, Катя пытается ее схватить. Такое положение сюда. Ухожу в боксерскую стойку. Рука была легко. Убрал ее. Обязательно разворотом бедер делать. Продолжаем с этим кожей разбираться. Еще раз. Толчок. И сюда. Бедро должно с
этой линии уйти, но стопа не откидывается куда-то в сторону, а подбирается, потому что я готовлюсь делать шаг туда. Разрываю дистанцию бедром. Т-ходок. Этим забираю, этим выталкиваю. Таким образом. Прихватываю. Взял. Срыв захват. Это вот себе. Собираю. Это машу туда. Раз. Два. Вот отсюда можно делать все, что угодно. То же самое движение. Не так, не так, то есть полностью уйти с этой линии, забрать с собой бедро, но не в ту сторону, а сюда. Отсюда я могу идти дальше. Для того, чтобы лучше контролировать, что делает у вас эта нога, то же самое. Тренировку вашу. Обязательно от себя, да? Не так. Переходим к базовому ходу от верху вниз. Уровень линии. Ну, просто, чтобы без захвата. Толчок, перенос веса, скручивание бедер, подтягиваю стопу. Прямая спина, руки перед собой. Что касается второй руки, почему-то она вызывает какие-то страшные затруднения. Вот. Такого рода. Представь себе обработку КТГС, которую вы все знаете. Вот так вот делается. То есть я делаю такой гиденбаре и пропускаю ее мимо себя. Так вот здесь это движение такого же рода. Воздействуя не туда, заколачивая гвозди, а так вот мимо себя. Вошел, растянул, пропустил мимо себя. Ну и отсюда, собственно, первый контакт. Когда, вот скажем, тебя не научили, что как делать, да, ты начинаешь доходить своим умом. Если ты потратишь достаточно времени на это, ты не научишься, что-то придумаешь. Прокопаешь какой-нибудь хитрый подземный ход, там изобретешь два велосипеда с треугольными колесами, как-нибудь докатишься. Но я не вижу в этом смысла, как мы тебе уже показали. Да? Вот дверь. Да? Не надо пробиваться через стену рядом. Экзамены были как раз. И когда меня спрашивают, ну как? Я говорю, что самое главное на экзамене это когда уровни отличаются друг от друга. Да? Вот сдавали второй данный, сдавали третий данный. Другой инструктор, другие требования. Я не могу судить. Инструктор выпустил на экзамен, значит, он считает, что ребята достанет. Я смотрю, они отличаются или нет. Да, если бы третий дан сдавал так же, как второй, ну, значит, что там ребята у вас не тот. Так. Так видно, третий дан совсем другому уровню. Значит, все нормально, все у них хорошо. Ну, вот как-то так.